Это не просто прищепки, а специальные датчики прибора кардиовизор. За 30 секунд он полностью сканирует сердце и способен уловить даже малейшие признаки заболевания. Вот они, горят сигнальным красным. Сегодня специалисты Центра здоровья автопоезда обследуют на кардиовизоре воспитанников и педагогов Павловского центра помощи детям, которые остались без попечения родителей. Очень замечательно, что автопоезд здоровья приехал к нам в учреждение, что в рамках нашего учреждения мы можем обследовать детей именно на современном оборудовании и обследовать не только наших воспитанников, но и сотрудников центра. Состояние легких обследуют на спирографе. Он определяет их объем и силу вдоха-выдоха. Можно обнаружить не только заболевание, но и узнать, курит ли подросток. Обязательно у пациентов измеряют соотношение жировой и мышечной массы. Если первое больше, специалисты Центра здоровья составляют для детей индивидуальную программу здорового питания и физических упражнений. Накануне детей обследовали и узкие специалисты автопоезда – офтальмолог, невролог, педиатр, гастроэнтеролог и другие. Ну, скажем так, мы приехали не зря. Несколько ребятишек мы забираем на лечение, на госпитализацию. Не потому, что они были брошены, а потому, что вот выявили патологию, которую на ранних этапах можно пролечить. У одного воспитанника подозрение на порок сердца. У другого рассеянный склероз, который предстоит вылечить. У третьего косоглазие. Его исправят с помощью операции. Всего врачи обследовали 32 ребенка. 10 из них отправили на дообследование и лечение в краевые клиники. На этом работа в Павловском районе не заканчивается. В ближайшую неделю бригада медиков отправится в поселок Прудской и село Черемное. Екатерина Петунина, Юрий Бирюков. Новости.